А вот еще один элемент взрослого футбола. Голкипер от «Динамо» сейчас Олег Суворов побежал в штрафную махачкалинского клуба. Так что вот численное преимущество сейчас у футболистов «Динамо». Ворота, их ворота пустые. Итак, навес. И еще один угловой. Достаточно высокий игрок Олег Суворов. Видимо, это уже наиграно на тренировках. Навес, ну, видно было, что на вратаря своего была передача. А можно сейчас попробовать...